достойный у тебя соперник, сумасшедший катающийся Стефан Ламбьель. Намерен ли ты его сегодня обыгрывать в очной ставке? Если честно, очень сильно переживаю, потому что, ну, Стефан, не буду лукавить, это, конечно, гениальный фигурист, и попробуем взять внутренними эмоциями, потому что порой они более важны и ценнее, нежели какие-то там очень сложные пируэты или тройные прыжки. Согласен, Алексей, я думаю, что плюсом к тебе будет то, что домашние стены должны помочь. Удачи тебе, и публика тебя ждет. Бога, спасибо.
Я одновременно и смеюсь, и плачу, потому что это было ужасно трогательно. И в то же время это было так сложно, эмоционально и технически это мог сделать только Леша Ягудин. И браво ему! Я просто хотел сказать, что этой девушке, которая не пришла на свидание к герою Ягудина, нужно голову лечить. К таким бегут! Знаете, я просто до глубины души тронута, и мне даже не нужно было здесь прыгать. Я первый раз себя поймала на том, что... Ну, Леша прыгнул, конечно, замечательный тройной тулуп, но настолько он передал весь драматизм этого номера. И Илья увидела его таким, действительно, каким мы его знаем, и трогательным, и смешным, и такое мастерство конька. Леша, просто браво! Действительно, вот душу просто он запал и покорил. И спасибо, что ты у нас есть. Алексей Ягудин. Оценки за технику. Все 6-0. Средний балл 6 баллов. Оценка за артистизм. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Я не вправе комментировать. Пожалуйста, Татьяна Анатольевна Тарасова. Я люблю такие победы над собой. Я люблю, когда ты до слез докатаешься. Я была тем счастливым человеком, который это видела. Вот когда совсем уже вот такая планка высокая, которую он как будто бы не может достать. И вот он ее перепрыгивает, эту планку, и тогда появляются его вот эти слезы. Я видела это несколько раз. Вот эти слезы украшают мужчину. Потрясающий номер. Там все талантливо. Я так люблю талант. Я поздравляю вас. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Виктор, вам слово. Вау. Это было что-то. Какой потрясающий номер. А какое исполнение еще лучше. То есть ваш тандем сегодня показал гениальную постановку и исполнение. Спасибо вам большое. Леш, я вместе с тобой сопереживал. Я и грустил, и радовался. Вообще, я хочу сказать, что одиночнику сложнее передать танго. Но вы нашли гениальное решение. Супер. Ребята, поздравляю. Молодцы. Что тут говорить? Конечно, огромное спасибо за прекрасный бал. Это здорово, когда у нашего любительского спорта под названием фигурное катание есть продолжение, тот мир, который создал профессиональных, мир профессиональных фигуристов благодаря Илье, благодаря многим людям здесь в России. У нас есть возможность, как я и говорил на прошлой неделе и 2 недели назад, мы здесь для того, чтобы как раз доставать из себя вот эти эмоции, которые... заставляют тебя сопереживать все с более и более новой, более сильной стороны. Ну и, конечно же, дай бог, чтобы вот этот мир у нас у всех, кто принимает сегодня участие в личных соревнованиях, не прекращался никогда. И огромный вам поклон за поддержку. Спасибо. Спасибо тебе большое.